Всех вырежем. Всех вырежем. Что мы видим? Видим что? Скотч. Скотч. Обычный скотч. Для поклейки нужен скотч, пленка, две руки. Так, сейчас. И руки, чтоб не дрожали. Раз. Сейчас проверим, как рекомендуют там эти ютуберы. Рассказывают, там скотчем приклеить. Рассказывают. Жалко, что у нас одна пленка. А то можно было бы еще проверить там на, это, на водной основе, как воду. С помощью воды клеить. Ножницы тоже хорошие надо. Так, что они там рекламируют? Выставить сначала стеклышко. Быть трезвым, как стеклышко? Да, быть трезвым, как стеклышко. Очень важно, чтобы здесь вот совпадали. Это по требованию клиента. Говорит, чтобы вот эти дырочки совпадали, чтобы там по скайпу надо разговаривать. Противная девушка очень. Говорит, хочу, чтобы совпадало. Я говорю, да какая разница, стекло-то прозрачное. Она говорит, хочу, чтобы совпадало, и все. Я говорю, ладно, ваши деньги платите. Да, раньше такого не было. Да не было такого вообще. Так. Главное, чтобы совпадало. Может, стулом придавить сверху? Стул? И сколько он весит? Чтоб она не съехала. Вот так вот, наверное, стулом. Кольце приклеивает. Диван. Ну ничего, с диваном тоже пойдет. Придется отрезать потом. Придется диван потом отрезать, да? Ну, Лянь, даже, по-моему, может быть даже одинаково. Да? Так, что там дальше у нас показывает на YouTube? Приклеили, типа оно вот так вот, как шкафчик. Шмек. Шмек. Вроде работает. Берем две этих бумажки. И разные карты виза, клубничка и континент. Это очень важно. Потом я расскажу, для чего нужны три карты. Что это? Цифры. Цифры, да. Причем оп, оп. Вообще. Что это? Так. Ну, первое, это значит вперед. Правильно? Точно. Значит, отрываем, как таблетки. Ой, я помню ее. Интересно. Наркоторговцы какие-то тут. Так. Тряпочка. Важно. Это карта. Ничего себе, это мощь. Для такого экрана вот это... Умеет же делать. Да. Хоп. Протираем. Где больше всего руками тут она трогала? Интересно, вот здесь, наверное. Чем один от два отличается? Ну, цветом я видел точно. Я горжусь тобой. Так, нам заполнить эту пустоту какую-то звуковую чем-то. Пока я протираю. Ну все, экран теперь стал тоньше. Как минимум. Угу. Не знаю, как тоньше, но от этой тряпки тут какая-то ерунда, там пыли еще больше. Это для китайцы. Так. Настал час. То же самое вообще. Но по инструкции. Ох, они любят манипулировать людьми. Ну, вообще. Почти как хренбортик.
Можно тремя, конечно. Но это уже сложнее. Как он называется? Бординг там? Фингербординг. Фингербординг. Через дырокол. Ну, в общем, как-то так. Мне что-то кажется, что фибра еще лучше это будет. Это так масштабный получается. Другой стороной. Другой стороной. Подсказывают коллеги другой стороны. Вот, потому что здесь вот написано, видите? Доброе привидение с моторчика. Тут можно даже двумя руками фингерборгинг. Круговые движения такие, чтоб танцуем. Было все чисто. И проговариваем пока еще, что дальше делать. А что дальше делать? Что дальше? Вот, вот это please, да? Да? Please. Пожалуйста. Ну да, отрываем единичку. Да, и наклеиваем. Лепим ее. Творим мою. Вообще, Леонид, так никогда не видел. Можно на пену, конечно, ее посадить. Вырежем это. Чертежей. Комментирует, тут сейчас сердце оборвется, что это комментирует. Пузыри появляются, да, сейчас мы вот это вот, вот пластиковой карточкой и выгоняем их. Главное, чтобы по центру экрана что-то было хорошее. Быстро, 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 в три руки выгоняем. В шею их. Скотч, будь он проклят. Не, ну говорят, что должно все хорошо быть. Так, здесь чехлом закроется, она сказала, нормально, пусть будет. Да. Когда рука устанет, нужно поменять карточку. Ну, вот это лучше сделать. Пузыри, правда, не угоняет. У них больше содержания магния. Да. Пузыри, правда, не угоняет, но просто легче двигаться. Чем больше пузырей, тем более прочный экран. Как воздушная подушка получается. Так, ну это пузыри, тут, кстати, пыли не должно быть. Подсказывает, мы находимся в полушарии, где вообще пыли нет, в принципе. Поэтому здесь только есть пузыри. Особенно в это время года. Просто в стерильной комнате находимся. Такими отработанными движениями выгоняем пузыри. А, я рукой закрываю все. Имеет право. Я имею право выгонять пузыри с закрытой рукой. Закрытыми глазами. Так, и теперь очень важно. Все остальное можно было не смотреть. Нужно отодрать верхний слой. Берем наждачку. Потому что если заметить
Сейчас я чуть не испугался. Простите. Ну вот видно, тут вообще поцарапал всю пленку. Она меня убьет. Не знаю, видно там, не видно. Вообще ужас какой-то. Это карточки, потому что новые. Теперь можно удалить скотч. Скотч. Мама ми. Вот здесь, по-моему, все-таки попала какая-то пылинка. Ничего страшного, там чехлом закроется. Почему не было еще одних липучек? Тут как раз можно было бы там... Не стесняемся, комментируем. Должны быть сильные руки. Сильные волосатые руки. Вот она, вот. Ты запрятался. Пузырь какой. Месье пузырь. Чертежи. Идеально. Ну и здесь вот она, пузырь. Можно ножиком аккуратно надрезать. Или сверлом. 12. Не, поднять уже все равно не получится. Не, ну отлично. Даже не на экране. Да, на камере вообще не видно. Поэтому можно было и не говорить. Очень помогает, когда зубы так, представляешь? Морщишь лоб, тогда очень хорошо получается выгонять. Звуковые эффекты вообще помогают. Мне кажется, концентрируют пузыри в одно место. Вся правда о поклейке пленки. Да. Без монтажа, все без монтажа. С нуля, как говорится. С нуля. За что, протрем здесь вот так пальцами. Откуда она взялась? Вся правда. Вся правда о том, как ютуберы клеят пленку. Без монтажа. Без монтажа. Все. Все как на духу. С чистой совестью можно идти есть макароны. Какой-то здесь не тот. Мама мия.